Нормально. Камера тебе. Так, стиваль маркет. Из кругового движения езжайте на первую улицу. Караван здесь этот, для отдыха. Такие маленькие домики сюда заезжают. Караван-парк. Приезжают и можно поселиться и отдыхать. Я не понимаю только в чем смысл. Вокруг ходить что ли, гулять. А вот возле моря может быть места. Все сдаются под Holiday. Очень популярный здесь вид отдыха. Вот они, с каравана идут люди. К морю, наверное, город. Очень популярный вид отдыха. Ну, здесь вообще все виды отдыха популярные, по-моему. Везде народу много. Любят отдыхать в выходной. Это квартира, наверное, здесь. Вот горело. Окно горелое. Там море, да? Угу. Променад там. Marine Road. Через 200 ярдов поверните налево на A589. Батареи паркинг. Поставишь? Теперь налево. Через 200 ярдов поверните направо на улицу назначения. Теперь направо. Вы прибыли к вашей цели. Дисплей, номер, компас. Так, там, здесь станем, да? Угу. Или дальше пойдем. Thank you.
хочешь море увидеть, вот здесь стоят специальные такие приборы. Но надо бросить копеечку. Копеечки все отдали за паркинг. Отливы, приливы, и днем вообще море не увидишь. Не бывает его. Он бывает утром и бывает вечером. И, ну, можно отследить, конечно, по Гуглу, найти эти режимы, время, когда оно приходит, уходит, но нет смысла, потому что купаться не купаешься, холодно было, и, ну, в общем, не заморачивались этим, просто приехали погулять. И вот этот город небольшой, ну, они стандартные такие, по берегу расположены, и обычно вдоль побережья променад такой длинный-длинный, пирс выходит в море. И бывают развлечения, вот как у Блэкпул бывает, там очень такой насыщенный променад вот этот, там красиво очень, но мы мимо проехали, мы там были, и поехали дальше посмотреть. Дует очень сильный ветер, как обычно здесь на побережье бывает. И когда холодно, это холодно. Вот человек едет на мотоколяске, у него закрытый тент сверху, и он спокойно там себе сидит, и ни ветер не дует, ни холодно. И даже включал на навигатор на телефоне, видимо. То есть, ну, прям средство передвижения. Ржавый столб стоит. На нем написано «Конец Западу». Запад здесь заканчивается. Шутка, конечно. Вот такой город. Стандартный, они почти все одинаковые. На первый взгляд. Всегда тут ветра, и очень сильные зимой. Не знаю, как здесь люди выживают. Очень сильные ветра. Причем. Где? Да они сейчас везде. Смотри. А, это личный, может быть. Как-то дорого на них ездить. Дедушки с перьями, в шляпе вставленные перья. Интересно, так что за прикол такой местный, еще видели такие же. Подошли мы к пирсу. Пирс очень длинный, уходит в море. И такие вот прогулочные места. Ну, посмотреть, погулять. Ну, тут так немножко пустоватенько, но все равно. А море так и не пришло. Так его и не было. Там парк. Что-то крутится. Пойдем.
А вы бывали когда-нибудь на морском дне? Вот оно, пожалуйста, можно по нему погулять. Окно красивое. Это стандартный такой городок аттракционов. Такие аттракционы здесь. И вот на этой крутилке я вот никогда у меня не было желания такой экстрим получать. То есть я никогда не каталась на таких, и ну, абсолютно не тянет. Ну, тут качели-карусели, конечно, для детей развлекания, развлечения. Да и для взрослых тоже. Погода не очень, но все равно все гуляют, отдыхают. И какая красота все-таки жить возле моря. Даже при таком холодном климате все равно здорово. Я потом спала, как убитая, всю ночь, находившись здесь, надышавшись морским воздухом, хотя воды не было рядом, но все равно. Вообще замечательная прогулка. И что в Англии хорошо, это всегда зеленая трава, зелени много, хоть и холодный климат, но влажный, и нет снега, и не бывает. И зимой трава тоже зеленая. Вот, подошли мы такой колодец желаний. Прям написано на нем: брось монетку и загадай желание. Красиво желтый и фиолетовый. А вон какие вот эти. Вот это вот у нас тоже. Это годовые все, блин. Цветы каждый год сажать. Ну и как же мимо пройти колодца желаний? Надо монетку бросить. Вот я загадываю одно желание. И пусть оно сбудется. Но мне мало. Я еще хочу. Желаний много, но хотя бы два. Первых, самых главных. Все. Теперь оно обязательно сбудется. Зонтики какие.
Yeah.